Всем привет, ребята, приехала Марина. Значит, если твоя мама будет себя плохо вести, мы ее заберем. О, в карцер. Холодная. Ой, холодная комната, прекрасно. Боже, как классно. Это тоже все старенькое у них. Похоже, кстати, на мой, но мой старше немного. Мы сразу ящики. Стол, круто, очень хорошо, кстати. Видишь, тоже такой для переговоров. А это что? А это что? О, так это, видишь, у нас можно пройти кругом. Вот это малый туалет. Прекрасно, туалет на месте, все есть, зеркало стоит. Очень красивенько. Люстра крутится или что ли, то она так? Нет, это очень хорошо, ребята. Ресторан Ван Гог мы выбрали, очень классный. Мне нравится вот это под старину, это старый. Красивый инструмент очень. Очень красивый инструмент у вас. Скажите, пожалуйста, холодные закуски выносите у третьей године, чи можно раньше? Да можно уже тянуть, уже можно ставить. Можно? Да, конечно. А да уже где-то без 20, да? Скажите, да. Без 25. Слышишь, а что ты это? Торт Надя сейчас привезет. Свечки брали? Нет. О, спасибо, Марина, ты хоть один человек, который об этом подумал. Нет, я не решилась, я 76 обтыкать, знаешь, как ежик торт. Happy birthday просто вот так воткнуть. Happy birthday. ХБ. ТВ. Там есть ТВ? Happy birthday. Birthday. Т. О, Т. ТВ. В. Вот сделаем, да, ТВ? И хватит. ТВ, ну это будет happy birthday. Потому что Т оттуда, Б оттуда, вот тебе happy birthday. Пахтыкивает. Ну, прикольно, что. Так. Это Маринный букет? Нет. Нет? Нет. Вот мой букет. Мама цветы не ест. Понимаешь, у меня в стиле вот этого вот ресторана Ван Гог вот такой букет. О, момент. Кстати, красивый. Она любит кстати, розовые в стиле. Розы. Понятно. И там наполнение, то, что мама любит больше всего. То, что мама любит больше роз. Вот этот весенний девичий букет от Коли, а вот этот от Гарика и Кэрри. Я понял. Смотри, как красивенько. Они мне сегодня да, голосовое отправили. Смотри, как красиво тут, Марин. Вот это прикольная ты штука. Знаешь, что мы решили? Маме дали вот этот букет, когда выбирали свадебный. И потом кидали букеты, и кто-то будет ловить. Свадебный? Ну, а же будете ловить. Ты, Надя, ты, Надя. Зина. Маме ж приснилась, ты с каким-то мужиком. Приехала, говорит, с мужиком таким, кажется, ми, типа. Это значит, я ей такой подарок привезла. Ну да. Видим мужика. О, смотрите, у меня лев на футболке, лев тут. Что, ну, он там лев на картинке, не знаю ничего. Что? Просто, это, кстати, Гарик и Кэрри подарили. Спасибо. Так, я их намоленная икона. А, о. О, нет, ты сделала. А, нет, ты не делала, так я... буду портить. Он так не спадает, просто вот так вот, ну, если... А. Вот, а так, если... Если не стараться, то... Что ж я буду портить вещи? Да ничего портить, просто можно было пару... Кстати, насчет вот этих наклеек, да, Оля, ты говори вот эти вот, ну... Постирал прекрасно держится, вообще я даже не проходит. Смотрите, основная часть ваших покупателей кто? Зрители. Они кто? Домохозяйки, правильно? Ну, не все ж. Ну, домохозяйки. Если вы хотите... бизнес ради не просто ради понтов, то что представительская продукция, да, там вот такая, а на самом деле бизнес, то есть надо уходить от размеров, от пола, мужской, женский, да, конечно. Я говорю не о том. Они могут можно носить. Делать какую-то коллекцию, то что, значит, очень многие домохозяйки, ну понятно все, они готовят. Это да. Монастырская, я думаю, да. Трапезная точно была, потому что это. Да. Это к нам? Там еще не приехали наши, не? Вот эти точно как церковная такая сделана. Видите? Вот церковь, а то кто стоит. А вон и Натика. Натика. Что они тут толчутся? О, боже. Это что? Это что, прилет чи что? Да. Что-то такое. Боже мое явление. Заходи, мам. Давай, приходь. Не кричи. Давай. Вот сегодня не кричи на меня. Бурчать давай. Может, да. Тяжело, да? Давай, ты. Да, она уже той трипер собирает. Тот же, как так? Что там? Вон, господи. Мама, уже давай, давай, давай. Давай, еще помирать рано, не завали ресторан. Ничего тебе. Давай, давай, давай. Все, все, все. Пошли. Да, держись.
Господи, помилуй. Да ты меня брошу, я шатаешься. Ну что с тобой? Ну что ступень? Ну что ты не можешь соступить? Не кричи. С приветом. И дед отдыхает. Я в шоке, блядь. Іде, додихає. Іде, додихає. Та йдуть же. Іде, зі ступеньки чуть не впала, не розбила балду собі там. Іде, як п'яна, блядь. Боже. 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 На бойбиков пошли смотреть. А можно один. А. Суки. А где остальные гости? Остальные это твоя сеструха. А Игринь? Игринь подъедет, когда уже звонил. Ух, Надя такая, это сапожки красивых. Зеркало. А, сейчас. Алло, да, я, да. Алло, привет. За, прям за ней. Вот если ты поднимаешься по этому, по улице, то направо церковь и следующая направо от него ресторан. Церковь и следующий ресторанчик сразу. Да, Троицкая 7 и следующая, да. Вот. Ну, сразу следующий дом, да. Если я выйду, да. Угу. Нету места, да? Может, ты заедешь ко мне во двор, не хочешь? А вот я вышел. Ага. А там нема дальше места нигде. Еще и дождь начинается. А вот сюда не влезешь, да? Прямо. О, прекрасно. Прекрасно, молодец. И дождь начался, ребята. Ой, капец. На бой быков пошли смотреть. Ой. А что надо платить? Господи помилуй. У меня свои люди, я договорюсь. Я вас сразу на эвакуатор. На эвакуатор. Я договорюсь, у меня связи. Сразу в эвакуатор нахер. Ну да. Я уже знаю, где так. Дай-ка. Пошли, я не поможем. Это ж Советский Союз, понимаешь? Не... Я ему помогу. Да? Я оплачивала. Чуть не чертыхнула. Не может слушать. Ну так, упала. Та ну шо мы? Что это? Не ожидал. У нас отдельно, Ира, ничего не это самое. Генка с телефоном. Заградили телефоном Гену. О! Как тепло, хорошо. Здравствуй, Катюша. Слышу, голос Запорожья. Я самый главный блогер. Это Родик большой, взрослый пришел. Ира, я же по каким-нибудь. Ну да. Но Карины нет только. Что? А? Кто? Кто такой? Марина? Да. Вот мы на сегодня в этом году у меня дешево и сердито. Дешево и сердито. Паштет. Ага, паштет вот вкусный. А Тедика уже дарить? Будет два Тедика. А Тедика дарили. Мы участвуем в конкурсе на самый большой букет. Ну я понял. Да мы все пролетели. Мы все пролетели. А что я заказывал сегодня? Марина, слышишь? У меня в этом году дешево и сердито. Винегрет, соленья. Паштет. Это как оно называется?
фаршмак, да. Сыр. И все. Так, подси. Ой, ты тоже слушай. Так, что мы будем? Ира, что вы пьете? Вино? Вешать вот, давай сюда. Ира, слышишь, у меня дешево и сердит. Соленье, фаршмах, паштет, слушай. Да я худой, Ира. Знаешь, я показывал. Ну, живут выпячивать или это... Это я втягиваю. Как выпячивать? Олю. Или... А вы сами? А вы сами все? Ты как монастырская? Ты как монастыря выскочила? А не в ресторане? Я кривилась. Ни-ни, я кривилась. А ноги, слышишь, ноги. А ты ж не видела ноги после операции или видела? Та підтяни колготки. Вона задере, ти тільки скажи, вона задере на голову. А там дальше от є. Так это вообще исходная хода из двух. Я его зачем туда, за кем-то не увидела, или за бабушкой, или за кем. Николя тоже, да, сбросил. Прямо, Ируська, прямо, да. Вот это прямо, тут все, тут только мы, тут никого нет. Вот тут, там Гена, да. Тут только мы, никого нема. Тут холодная комната, вытрезвитель кому. Мамина шутка. Ну, ресторан большой, да. Ресторан большой, да. Да. Давай. Таке нормально у нас. Так, а где Диана? Диана, вставай, иди. Диана, дай нам сюда. Мама? Усыхаю, Юра. Ну, что ты? Как мумия. Дома. О, це в шокі. Це в шокі. Так, вас, ви получаєте на 0,5, це ужасно, коли на единичку. Зараз, 3-4, смотрим. Так, зображаємо любов. Ну тут хорошо, посмотри. Вот посмотрите, сейчас я нажму. О, господи, це такий долбаний айфон і тупий. Ой, я какая-то толстая. Сверху. Не, смотрите, вот тут разные. Да? Смотри, дай я тебе покажу. Ой, тут поезд просится. Давай ты. Иди сюда, просто иди. А, что мне делать? Ты выставь, да, вот я такой тупой. Вот так прям. Вот так, да? Окей. Так. Вот так, да? Давай. Получается, я здоровый, я на маленький. Так, 3-4. Втягивайте брюхо свои. Так, смотрите. Все равно как додик. А мне кажется, надо сверху снимать все. Больше, нет? Это на память. Я грудиная жука. С днем рождения. Давай. Спросить фоткать, тут без смысла. Ой, давай, господи, помилуй, с вашими фотками. Все, дивіться. Спасибо, это мне Гарик и Керри, кстати, подарили. Это Гарик и Керри подарили. Ну не хватит еще заказывать. Все, что хотите, пейте, ешьте. Как не хватит? Все есть, официант. Футболка обалденная. Мне вот это, я обожала такие принты вообще. У нас с Томасом и Сайхаком. Я тебе Сайхаком подарю. Ты Сайхака очень любишь. Нет. Я тебе его подарю, чтобы в кошмарах с ним что-то. Это ж не кот. Нет, я тебе подарю с принтом с Сайхаком. Будешь носить. Я не ношу худи. Будешь носить, там футболка будет с котом. Футболку носишь? Что ты в Сайхак в кошмарах с ним? Нет, только не Сайхак.
маленькая. Карайганка я не люблю. А любишь. Слышишь, ты все грозился, приеду, не знаешь что. Борщ, бату. Приеду. Борщ. Боже, у тебя не лица, не чудишь. Та, Ира, ну что ты чудишь, все прекрасно. Зато для сцены классно. Конечно, мне двигаться легко. Это то, что удаляли? Да. Вот это и сзади, видишь? Корочки эти. Ну, это не, ничего страшного, это корочка. Не, ну, видно, что... Не, ну там была такая, знаешь, как антенка такая. Вот тебе очень хорошо, не надо толстеть. Да, конечно, не надо. А если... Это я втягиваю. Очень хорошо, прям вообще. Знаешь, такое... И нормально оно смотрится. Классно. А последний так вообще. Кажется, ты сейчас в этом образе. Лыс этот прям вообще. Не, лыс, конечно, шикарная. Моя самая любимая. Тяжелая зараза, конечно. До конца или доживаешь. Кстати, по поводу камышовых. Ой, Кайгак совсем не камышовый. Чего ты решил, что камышовый? Я камышовых котов уже вот так. Так ты что? Да. Сейчас нет, покажу. Я видела, и так они выглядят. Схиева, две сестры приглашают. Нема. Короче. Ты как английская королева. Смотри, камышовый меланист. Видишь, какие они? Ну, у них посмотри. Шкур, этот мех не такой, как у сайгака. Смотри, вот эти белые, видишь? А, ну это да. Вот это камышовый меланист. Да не, ну Саяк аж лицо не такое, уши такое, не такие. Такое. Что ты рассказываешь? Вот морда, смотри, щеки вот эти. Видишь, щеки какие? Я смотрела их. Я у меня врач, Квитя, что-то я хотел спросить. А компот это все можно, да? А, уже принесли. Тогда можно, я не знаю, ставить, чешу на стол, чи наливать. Вы наливаете каждому? Я могу разлить, я помню. Да можете поставить, мы сами будем, чтобы не это сам. Это я хотел сказать. Просто что... Пришел к врачу, он говорит, а я показал фотку его. Он говорит, у вас камышовый кот. Он сразу вот, сразу сказал. Ну, видишь, он, например, какая морда. Вот эти скулы. Там просто, что, скорее всего, ну, он... это, холеные, там, это знаешь, переводок такое, какой-то, да. Потому что там же лес сыра, там же никого нету. Ну, никто видел, у них ушки, как на ушках. Ну, ушки, как китицы, да. Но этого нету. Но этого уши побитые, ободранные. Там же дохлый такой был. Ну, вот эти скулы вот эти вот. И окрас. Но он дикий, Ира, он не кот, это не кот, это не домашний кот никакой. А он садится, лазит наверх, потому что камышовые коты, они... Никуда не лазит, нет, никуда не лазит, он только нападает, только охотится постоянно. Кто, кот? Да, охотится, да. Помнишь, тебе показывала камышовый? Камышовый, да. Только наблюдает черного кота. Вот того, сайгака. Он вам порядки наведет в квартире. Он не кастрирован, не будет ходить. Ни кота не хочу. А что, может, садитесь, Ируська? Мама, давай, приглашай гостей за стол. Три часа уже, все должны быть. Ну да, уже четвертый час. Где сытники, не может доехать? Господи, помилуй. Надо было у сытников отмечать. Сказали, приехали, поили и поехали. Да выйдите за пределы Игрени. Куда-нибудь. Люди, вы в таком большом городе живете, кроме Игрени, ничего не читать. Те, кто есть. Вот так, правильно, мама. Мама, я корлица. Это правильно. Мотор, камера. На коне. Андрей в ТикТоке летит на ковшике, как там на видео снял. По-другому. Она есть вот эта черная платье, ее скрывает. Они сохнут. Тогда она сохнет, она толще, она на весах, она тяжелее, чем... Ну что вы хотите, 76 лет. Марина сама мне доказывала, успокойся, человек ну, не будет лучше. Не будет, да. Не будет, уже лучше не будет. Так я отношусь нормально, вы вот такие, оно сохлось, да я понимаю, что сохлось. Даже я уже вижу, даже не часто, а каждый день. Она просто, она так кажется, она еле влазит, Ира, она еле влазит в это платье. Она его купила, на ней было больше, оно натянутое, он сиськи все. Сиськи торчат. Да нет, я тебе говорю. Гроши, гроши, мамы. Мам, давай, приглашай всех за стол, давай. Сидайте, людей, морите голодом. У нас, смотрите,